Хотите увидеть панорамные виды Ялты? Канатная дорога вам в помощь! Уже более 40 лет, находясь в самом центре Ялты, работает канатная дорога Ялта-Горка. Мы едем на канатной дороге с набережной Ялты на горку, прямо через город, над всем городом. Вообще, ощущение непередаваемое. Кабинка рассчитана на двоих пассажиров. Для сохранения вашей безопасности нельзя раскачивать кабинку во время движения. Канатная дорога Ялта-Горка – это романтическое путешествие длиною в 12 минут. В памяти останутся высокие кипарисы и ялтинские крыши. Все, мы возвращаемся в Ялту на набережную. Канатная дорога заканчивается. Наша программа в Ялте заканчивается. Мы собираемся и переезжаем в Судак. Сейчас двинем, поэтому последний проход по набережной Ялты. Все желающие прокатиться на теплоходе, подходим с билетами. Теплоход Балаклава ожидает.